Так, ми повертаємося до нашої ранкової студії. Ми вам сьогодні обіцяли, як і завжди, унікальну, класну, корисну інформацію. І от, знаєте, зараз, та ви знаєте, що зараз IT-сфера дуже сильно розвивається, всі хочуть бути айтішниками, вже навіть в школі вивчають цю спеціальність. Проте ми поговоримо не тільки про чоловіків-айтішників, а тепер і про дівчат. Я ще можу доповнити, що за останніми даними не вистачає біля 3000 айтішників в Україні. Це дівчата. Починайте кодувати. І сьогодні ми будемо говорити з Тетяною Биковою, рекрут-менеджером, саме про те, як можуть себе реалізувати жінки в ІТ. Доброго ранку. Доброго утра. Чи доброго, чи недоброго. Я просто подумав, що розпочинати. І насамперед хотілося запитати, що саме найбільше роблять жінки в ІТ? Чи вони можуть себе реалізувати? Ну, на данный момент, конечно, увеличивается количество женщин в IT. Если ранее это было 70% в среднем мужчин и 30% женщин, то в среднем, я думаю, с каждым годом эта цифра будет увеличиваться. Ну и, наверное, для многих не секрет, самое популярное направление именно женщин в IT – это IT-рекрутеры и также HR-менеджеры. То есть это те специалисты, которые предлагают работу айтишников, они ищут айтишников и привлекают, завлекают в компанию. Вот, это IT-рекрутер, HR-менеджер – это тот человек, который уже в компании занимается полностью с момента выхода нового сотрудника до увольнения, вот всеми вот такими функциями. Также могу сказать, что количество тестировщиков тоже женщин увеличивается. Тестовать додатки, игры? Да, да, это может быть игры, любые мобильные приложения, также веб-приложения. Вот. Собственно, среди женщин более популярны сейчас IT-рекрутер, HR-менеджер, либо тестировщик. Три такие специализации. Если мы говорим о разработчиках, конечно, сейчас мужчины преобладают. Вот. И маленький процент женщин попадает именно в разработку, потому что это, скажем, технически в разы сложнее, больше времени нужно на подготовку, на обучение. И в целом, скажем, достаточно монотонная работа. Если, допустим, женщина изначально технически, вот, там, может быть, в школе любила математику, решать сложные задачки. В целом, я думаю, что есть шанс, что ей понравится разработка. Но в большинстве они больше выбирают именно нетехнические специальности женщины. А вот вы сказали про те, що займаються самопошуком тих, хто може бути потенційним працівником в IT-сфері. А де ви шукаєте і як? Можливо, зараз у нас сидять жінки, які такі, так, корисненько, а куди податися, як вас знайти? Ну, на даний момент у мене вже як год существує своя школа по обучению IT-рекрутерів, где мы ищем. Есть профессиональная сеть LinkedIn, вот, достаточно известная, и в большей части там обитает много айтишников. IT-рекрутер, он пишет в LinkedIn предложение. Вот, в среднем на данный момент за последний год специалист уровня middle, там, в среднем это опыт работы 2 лет и выше, и senior это 4-5 лет и выше, получает 30-40 предложений в день. Ого. То есть это настолько сумасшедший спрос, естественно, увеличивается количество рекрутеров для того, чтобы найти разработчиков. С каждым годом это все делать сложнее и сложнее, и зарплаты повышается. В среднем уже с нового года такая тенденция, что где-то рост будет зарплат до 30%. А ну, чи може... Я сказав би непогано в середньому, навіть досить непогано, якщо на 30% зросте заробітня плата. А чи можна дізнатися, яка була минулого року? Ну, в прошлом году, то есть, если мы говорим об уровне специалиста middle, если это разработчик, то это 3,5-4 тысячи долларов. Синьор-специалист от 5 тысяч долларов до где-то 7. Сейчас уже с нового года зарплата увеличилась где-то. Многие разработчики просят уже от 8 тысяч, 8-9 тысяч долларов. Вот. Ну и также увеличивается тенденция удаленной работы. То есть сейчас очень сложно уже завлечь разработчиков, ну в целом IT-специалистов, даже на гибридный график. То есть никто не хочет ездить в офис, кто-то хочет полететь на 2 месяца на Бали поработать там, потом полететь на Мальдивы там поработать. И также много ребят берут несколько проектов, несколько компаний. То есть увеличивается тенденция, что человек не хочет, скажем, работать для одной компании, то есть он может совмещать для 2 компаний, вполне возможно. Вот там $8 000 получаешь, там $8 000. И в принципе можно так себе хорошо на старость накопить, потом не работать. Дивіться, якщо вже беремо дистанційне працювання, це означає, що дівчина може собі спокійно в декреті працювати. Ну це ж важливо. Конечно. У меня многие мои ученицы, которые прошли мои курсы по IT-рекрутменту, это девочки, которые уже во время декрета были, либо долгое время находились в декрете, либо хотели что-то поменять на более удаленный формат. И, закончив мои курсы, они успешно устроились на работу, работают полностью удаленно. Есть, конечно, компании, которые там 2 раза в неделю требуют, чтобы ты появлялся в офисе. То есть, в принципе, это возможно спокойно совмещать с материнством. Вот, гибридный график. Ты можешь работать, допустим, начинать в 11, поработал пару часов, пошел там своими делами позанимался. И в целом главное, чтобы работа была на результат, вечером доработать. Скажем так, есть определенные как бы условия в разных компаниях. У кого-то это совершенно гибкий график. Хоть ночью работаю, главное, как бы находи айтишников, вот, у кого-то более четкий график. Но в основном сейчас все идет к тому, чтобы максимально быть лояльным к сотрудникам, привлекать, скажем, разные плюшки, страховки. Даже многие компании перешли на 4 дня. 4 дня працюючи. Да, походу, це в рай, да? Це я просто знаю, що просто мозок плавиться, як мені кажуть мої друзі, які працюють в IT, саме в розробці. Тому це складно, 4 дні, це дуже класно. Хотів би запитати про веб-дизайн. Дівчата більше займаються цим, чи все ж таки хлопці? Да, дизайн – это еще одно из таких популярных направлений именно в IT для девочек. В целом, я бы сказала, 50 на 50. Тут, опять же таки, уже многие из дизайна уходят более в руководящие должности, когда ты руководитель отдела. Поэтому, ну, единственный момент, вот в дизайн со старта попасть тяжелее. По количеству вакансий, если мы сравниваем количество открытых вакансий для начинающих сотрудников среди рекрутеров, тестировщиков и дизайнеров, то дизайн — это уже на 3-м месте. Очень много специалистов именно нанимают компании уже с опытом работы, а именно специалистам без опыта работы, то есть тут ты единственный момент можешь только набраться опыта, работая на фрилансе, вот, находя клиентов, и потом, когда уже у тебя хотя бы минимальный опыт есть, год опыта, или хотя бы полгода, выходить на рынок легче. Потому что если ты выходишь как IT-рекрутер со старта, у тебя уже сразу 30-40 предложений по Киеву, месяц поиска, и ты уже приходишь с предложением как бы работы, джоб-оффер, мы так это называем. И, скажем, вот у меня мои ученицы, они смогли увеличить за год зарплату от $500, потому что со старта тебе никто горы, миллионы не дает, естественно, как и везде. Тебе надо получить какой-то опыт, какой-то багаж знаний, улучшить свой английский, у кого он не на достаточном уровне. И до $1500 вполне можно увеличить свой доход за год. А от про знання базові, от ви кажете, для того, щоб був якийсь досвід і хоча б щось розпочати, ви сказали про англійську, а там же ж є ще різні рівні знання саме мови програмування і різні їх підтипи. Що потрібно знати дівчатам, бажано зараз є популярним, що потім в подальшому може дати можливість працювати в гарній компанії? Ну, якщо ми говоримо іменно о рекрутерах, то тут мы не лезем в дебри, в какую-то сложную техническую часть. Нам главное знать азы, знание как бы минимальное, чтобы ориентироваться в языках программирования, в том, кого мы ищем, когда уже нам дают вакансию в работу. Если мы говорим о тестировщиках, то тут тоже обязательно надо какие-то курсы, хотя бы там, есть разные, конечно, продолжительность курсов, месяц, два, три, но заканчивать, чтобы получить базу. И после этого ты уже спокойно идешь, нарабатываешь опыт. Тут, скажем, главное желание, хороший английский, больше ничего, я б сказала. Зараз в IT інколи стикаються з проблемами. Наприклад, неодноразово викидали на сайти, що не взяли на роботу, бо спілкуються українською мовою. Чи було таке, що не візьму на роботу, бо це дівчина? Ні. Нет, такого нет. У нас в компаниях, наоборот, там, где мальчиков большинство, девочек меньшинство, все заинтересованы даже на работу взять девочку, особенно девочку-программистку. Если вот так попадает, это какой-то один цветочек. Вот. И мальчики рады, что они находятся как в цветнике, потому что, опять же, таки, именно среди программистов большинство мужчин, и всегда приятно именно женское общение в целом. Поэтому девочек, наоборот, берут с руками и ногами. Главное, вот... А ось тут поговорити про те, що ви влаштовуєте людей на роботу, і це компанії українські, зафіксовані, можливо, в Україні. Чи ви також можете налаштувати зв'язок за кордон? Ну, на самом деле, именно в украинском IT очень популярен бизнес-аутсорс. То есть есть клиенты за границей, вот, и мы предоставляем услуги, делаем проекты для них. Естественно, сейчас, вот, особенно последний год, много продуктовых компаний иностранных открывают здесь офисы и нанимают именно, как открывают тех-хаб, допустим, для того, чтобы здесь была разработка, так как это дешевле, выгоднее в какой-то мере, но, опять же таки, в связи с бешеным ростом в Украине тоже зарплат и нехватки специалистов, возможно, в течение пару лет что-то и поменяется. Но в любом случае у нас наши именно украинские айтишники, они считаются очень талантливы, и по всему миру уже прошел такой слух, что мы делаем все очень качественно в сроки, поэтому идут к нам за экспертизой. Допустим, я работаю в немецкой продуктовой компании, там, в Германии, тоже очень большая нехватка специалистов. Естественно, они не могут нанять специалистов, как бы они ни хотели. И вот как бы идут к нам, тоже, потому что у нас как-то тоже сложно, но вроде бы, как бы мы как-то находим еще. Словом, я роблю для себе висновок, що без нас взагалі ніяк і ніде в усьому світі. Ангеліна, тебе там чекають. Мене там? Так. Я думаю, знаєш, трошки не по ІТ. Ми ще раз вам дякуємо. Дякуємо за інформацію. Дякуємо за те, що повідомили дівчат, що їм якраз ІТ треба заробляти там, де платять. Так, і хочу нагадати, що сьогодні з нами була Тетяна Бикова, рекрут-менеджер і дівчатка. Подавайте свої анкетки не на кастинги в кіно, а все ж таки в ІТ-сферу. Прибутково, стабільно, ну, мені здається, щось новеньке у вашому житті. Друзі, а ми дякуємо ще раз за те, що переглянули це відео. І не забувайте лишатися поруч із нами. А головне, з 8 до 11 години вмикайте телеканал «Правда тут». Ми будемо старатися і надалі дивувати вас якісним контентом, а він чекатиме завжди вас на YouTube-каналі «Правда тут».